Меня зовут Елена Николаевна, я педагог дополнительного образования объединения «Микромир». И на сегодняшнем занятии мы разберем такую тему, которая называется «Иммунная система организма». На прошлом занятии мы разбирали микрофлору воздуха, воды, почвы, санитарных принадлежностей, затронули тему антисептики, и мы разбирали, вернее, это было домашнее задание, разобрать строение кожи для того, чтобы больше понимать, как антисептики могут влиять на наши поверхности и почему очень важно быть очень осторожными в обработке рук антисептиками. Сейчас мы как раз в продолжении этой темы затронем тему кожных покровов в иммунном ответе организма. Ну, а сейчас давайте начнем с определений, чтобы нам легче было понимать основные термины. Давайте рассмотрим, что же такое иммунитет. Но иммунитет – это прежде всего невосприимчивость организма к чужеродным агентам, обладающим антигенными свойствами. Что же такое антигенные свойства? Антигенные свойства – это прежде всего способность чужеродного агента, антигена, приводить в активное состояние органы и механизмы иммунной системы человека. Иммунная система состоит из органов, тканей и клеток. Почему именно система? Потому что это именно совокупность этих взаимосвязанных друг между другом органов, тканей и клеток. Выделяет несколько видов органов, тканей и клеток иммунной системы. Прежде всего, центральные органы иммунной системы, или их еще называют первичными, это костный мозг и тимус, где происходит зарождение клеток иммунной системы, которые в последующем приобретают более направленное свое действие в периферических, вторичных органах иммунной системы, таких как селезенка, миндалины, перьевые бляшки, которые находятся на протяжении желудочно-кишечного тракта. Также к органам иммунной системы относятся лимфатические скопления. Это лимфатические узлы, которые находятся по всему организму, как человека, так и животных. Лимфатические фолликулы, лимфоидная ткань на слизистых оболочках, которые также находятся по всему организму человека и животных. На следующем слайде более схематично представлена разбивка органов иммунной системы. Это центральные органы иммунной системы, еще раз повторюсь, красный костный мозг, тимус,
периферические органы, это селезенка, лимфатические узлы, лимфатические скопления. И к органам, к системе органов иммунной системы относятся клетки лимфатической системы. Это лимфоциты, различные Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, мы их подробнее рассмотрим дальше. Макрофаги, фагоциты, которые отвечают за клеточный иммунитет и первыми вступают в защиту с посторонними антигенами. Давайте подробнее разберем, что же такое антиген. То есть антиген – это прежде всего генетически чужеродное для организма вещество, различные патогены, такие как бактерии, вирусы, токсины, яды тех же самых бактерий, чужеродные ткани, белки и переродившиеся клетки организма. Взаимодействие с антигенами организма может привести к нарушению внутреннего состояния организма и привести к заболеванию. И антигены, они раздражают и способствуют выработке приобретенного иммунитета. Какие же пути попадания антигена в организм? Прежде всего, антиген при встрече с организмом попадает в дыхательные пути, затем это могут быть слизистые оболочки не только рта, носа, но и глаз выделительной и репродуктивной системы организма человека и животных. Также пути попадания в организм антигенов – это желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. Через кожные покровы также попадает очень много микроорганизмов, особенно если кожные покровы повреждены. И какие факторы могут приводить к снижению, во-первых, защитных свойств организма и, как следствие, активации патогенов. Первое – это, конечно, низкие санитарные показатели окружающей среды. Второе – это плохое питание и фастфуд. Почему, мы разберем позже. Переохлаждение, стрессы, хроническая усталость может приводить к снижению защитных свойств организма, недосыпание, длительное лечение химическими препаратами снижает иммунитет, дисбактериозы, хронические заболевания, травмы и операции. Также приводит к снижению иммунитета. И первый барьер на пути к чужеродным агентам, антигенам, это, как я уже повторюсь, слизистые оболочки носа, рта, глаз. Это кожа, верхние дыхательные пути и верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Это первый барьер на пути к попаданию антигенов. Второй барьер – это, конечно, внутренняя среда организма, это вся наша иммунная система, это органы, ткани, это клетки иммунной системы. Давайте разберем, какие клетки в первую очередь встречают и начинают борьбу с антигенами и различными патогенами. Прежде всего, это, конечно, клетки иммунной системы, которые у нас присутствует врожденно, то есть это прежде всего фагоциты, различные макрофаги, натуральные киллеры, так их еще называют, и Т-лимфоциты. Есть еще система иммунитета, это гуморальная система, то есть в крови образуются специальные антитела и клетки памяти, антитела к антигенам. Выработкой этих антител занимаются клетки иммунной системы, Б-лимфоциты. Б-лимфоциты вырабатывают антитела, и антитела уже контактируют с антигеном. То есть в этом основное отличие клеточного и гуморального иммунитета. То есть клеточный иммунитет – это когда непосредственно клетки иммунной системы вступают в реакцию с антигеном и начинают с ним работать, то есть разрушать его, представлять его клеткам, другим клеткам иммунной системы. А гуморальный иммунитет – это когда клетки иммунной системы вырабатывают специальные тела, так называемые антитела,
которые встречаются с антигеном, антитела, распознают его, начинают с ним борьбу, привлекают различных помощников иммунной системы и в последующем еще способствуют выработке клеток памяти, которые в последующем позволяют более быстро реагировать на патоген, который приходил в организм раньше, то есть клетка памяти. Давайте кратко, но очень компактно рассмотрим схему иммунного ответа, как же происходит борьба в нашем организме за наше постоянство, за наше здоровье. То есть, когда в организм попадают патогены, антигены, на защиту организма прежде всего вступают клетки врожденного иммунитета. Это клеточный иммунитет, это клетки прежде всего фагоцитарной активности, нейтрофилы, базофилы, которые выделяют содержимое своих гранул, которые содержатся внутри их клеток. И это содержимое этих гранул повреждает клеточную стенку бактерий. Также эти клетки способствуют усилению кровотока посредством воспалительной реакции в очаге инфекции, с тем, чтобы привлечь как можно больше клеток иммунной системы в очаг инфекции для борьбы с патогеном. Дальше. Одновременно с этим есть такие клетки иммунной системы, так называемые дендритные клетки. Вы на слайде можете увидеть эту клетку, она имеет такие как бы щупальца. Она поглощает патоген и спешит в ближайший лимфатический узел, который раскидан, как мы помним, по всей периферии нашего организма, и передает информацию Т и Б лимфоцитам. Те активируются и спешат до места нахождения патогена. Б-лимфоциты продуцируют антитела, это мы помним уже из предыдущего слайда, то есть специальные тела, которые распознают антиген, запоминают его. И Т-киллеры, также есть Т-киллеры, которые убивают зараженную клетку, Т-хелперы, которые помогают макрофагам и Б-лимфоцитам нейтрализовать патоген. То есть разворачивается целое такое поле боя за здоровье нашего организма и за борьбу. И борьба разворачивается с патогеном, с бактериями, вирусами. В итоге, конечно, такой защитной реакции патоген чаще всего гибнет. Большая часть, но при этом также погибает большая часть клеток иммунной системы, которые участвовали в разрушении этого патогена. Но некоторые клетки остаются, и клетки становятся клетками памяти, и которые в последующем помогают уже организму более быстрее отвечать на подобный вид антигена. Давайте еще немножко остановимся на антителах, которые вырабатываются Б-лимфоцитами. Кто же они такие? Это такие белковые молекулы, которые вырабатываются в ответ на антиген. И в нашем организме, чем старше человек становится, тем больше видов антител. Их может быть до 100 миллионов различных антител. Это огромное разнообразие, оно необходимо для распознавания постоянно меняющихся вирусов и прочих патогенов, чтобы организм всегда был готов к восприятию и к борьбе с антигеном. Антитела могут сами нейтрализовать антигены, либо привлекать другие компоненты иммунной системы, такие как система комплемента и фагоциты. Фагоциты – это клетки, которые первые вступают в борьбу с антигенами. То есть каждое антитело распознает уникальный антиген. С разными видами патогенов борются разные клетки иммунной системы. Клеток иммунной системы очень много. И каждому патогену, будь то это гельминты, бактерии, внутриклеточные бактерии, внеклеточные бактерии, вирусы,
на каждый вид патогена имеется свой механизм ответа иммунной системы и свои клетки иммунной системы. То есть, если, допустим, бактерия внутриклеточная, то на помощь спешат макрофаги и Т-лимфоциты. Если это вирус, то здесь привлекаются натуральные киллеры и Т-киллеры. Если это внеклеточные бактерии, грибы, паразиты, то вступают такие клетки врожденного иммунитета, как эозинофилы, а также, как всегда, Т и Б лимфоциты. То есть на каждую разновидность патогена у организма припасен свой эффективный способ борьбы. Дальше. Есть такая замечательная функция у нашего организма, у организма человека, животных, которую открыл в свое время Илья Мечников. И тем самым очень сильно помог дальнейшему процессу распознавания схемы действия иммунной системы в организме, как организм защищается. И называется этот процесс фагоцитоз. Процесс фагоцитоза – это захватывание, переваривание чужеродных частиц клетками иммунной системы, фагоцитами. Фагоцитов на самом деле очень много разновидностей. Каждый борется со своим видом патогена. Это нейтрофилы, моноциты, макрофаги, дендритные клетки, тучные клетки. Все это фагоциты. А процесс фагоцитоза, он достаточно схематично изображен на рисунке на слайде. То есть, когда появляется на горизонте бактерия, то соответствующий фагоцит прикрепляет на свою поверхность, сначала мигрирует к месту внедрения бактерии, затем прикрепляет ее на свою поверхность. Происходит такое прилипание бактерии к поверхности фагоцита. У фагоцита, как мы помним из клеточного строения любых клеток организма, имеются такие органеллы, лизосомы, которые отвечают за лизис ненужных веществ в клетке. И лизосома, фагоцит поглощает внутрь клетки бактерию, а лизосома начинает разрушать и переваривать эту бактерию. То есть все достаточно просто, как всегда, все самое гениальное просто. То есть на рисунке слева вы можете, справа вы можете посмотреть, как происходит процесс фагоцитоза. И это тоже одна из схем защиты организма. Схема фагоцитоза – это тип врожденного иммунитета, который отвечает за защиту организма в первые часы его заражения, то есть нападения на организма бактерий, вирусов и так далее. Давайте рассмотрим, где же все-таки образуется, дифференцируется, то есть получает направленность клетки иммунной системы, которые в последующем борются со всеми патогенами на периферии нашего организма. То есть есть, как я уже сказала ранее, центральные, первичные органы иммунной системы. К ним относится в первую очередь красный костный мозг. Он расположен в трубчатых костях скелета, вырабатываются в нем лейкоциты, которые затем поступают в кровеносное русло. Также к центральным первичным органам иммунной системы относится тимус, или ее еще называют вилочковая железа. Он расположен у основания шеи за грудиной, и там вырабатываются все виды Т-лимфоцитов. В центральных, то есть первичных органах иммунной системы происходит как бы зарождение иммунных клеток и дальнейшее их распространение в периферические органы иммунной системы. К периферическим или вторичным органам иммунной системы мы будем относить и относят селезенку, которая находится в левом подреберье. В селезенке находится большое количество Т-лимфоцитов, Б-лимфоцитов, которые обеспечивают иммунную проверку крови. Подробнее о селезенке скажу позже.
очень важный орган. Также к периферическим вторичным органам относятся все лимфатические узлы, скопления, лимфоидная ткань в кишечнике, в легких, по ходу лимфатических сосудов. Это все периферические иммунные органы, которые осуществляют этап образования и антител, и дифференцировки, то есть лимфоциты здесь приобретают, так сказать, свою профессию, против кого и каким способом им бороться. То есть если в центральных органах зарождаются эти клетки, то в периферических органах они получают свою направленность, кем им быть в борьбе с патогеном. На следующем слайде вы можете увидеть очень хорошо изображено нахождение, допустим, красного костного мозга, как я сказала, во всех трубчатых костях нашего организма, селезенка в левом подреберье под диафрагмой, тимус, это в области нижней части шеи за грудиной, кишечные пластинки, пейровые бляшки их еще называют, они находятся в кишечнике, и лимфатические узлы находятся практически по всему человеку, во всех местах, где стекаются лимфатические узлы, то есть под мышками, допустим. Давайте посмотрим подробнее красный костный мозг. Очень важный орган как кроветворение, то есть здесь образуются все клетки крови. Тромбоциты, которые отвечают за свертываемость крови, эритроциты, непосредственно клетки крови. И нас интересуют, конечно же, клетки иммунной системы. Здесь тоже происходит образование, основной орган лимфопоэза, то есть образование лимфоцита. Это красный костный мозг. И лимфопоэз – это образование лейкоцитов. И лейкоциты бывают двух видов. Миелоидные их называют, то есть это в большей части все клетки, которые в последующем будут отвечать за врожденный иммунитет, а именно за процесс фагоцитоза. Вспоминаем предыдущие слайды. И лейкоциты лимфоидного типа – это Т и Б лимфоциты, которые в последующем расходятся по всему организму и встречают антиген и работают с антигеном, разрушают его, расщепляют, помогают разрушать его. То есть еще раз, миелоидные клетки – это врожденный иммунитет, который работает тут же, когда антиген внедряется в организм, то есть буквально в несколько часов. Но они, к сожалению, не могут справиться самостоятельно и полностью. И всегда подключаются клетки приобретенного иммунитета, чаще всего это B-лимфоциты, которые вырабатывают антитела. То есть вот такой важный орган – красный костный мозг. Именно здесь происходит зарождение всех видов иммунных клеток. Тимус. Тимус – вилочковая железа, тоже центральный орган иммунной системы. Здесь уже Т-лимфоциты, которые образовались сначала в красном костном мозге, они здесь приобретают свою направленность, то есть они становятся Т-киллерами, Т-хелперами и Т-регуляторами. И когда они покидают тимус, то заселяют все периферические иммунные органы. Это и лимфатические узлы, и лимфатические скопления в желудочно-кишечном тракте, и слизистые оболочки. То есть везде-везде распространяются. Находятся у основания шеи, за грудиной. Дальше. Селезенка. Это уже периферический орган иммунной системы. Он расположен в левой части брюшной полости, под грудиной, под диафрагмой. Селезенка – очень важный орган иммунной системы. Но, во-первых, когда происходит потеря крови, то селезенка выступает как депо крови. То есть оно тут же начинает восполнять потерю крови в организме. Это с точки зрения кроветворного органа. С точки зрения ответа за иммунную
ответа иммунитета, иммунного ответа, то это фильтр для бактерий и других антигенов. Здесь также происходит образование, последующая дифференцировка, то есть направленность Т-лимфоцитов на борьбу с тем или иным патогеном. Это все тоже происходит в селезенке, то есть продолжает происходить направленность Т-лимфоцитов на борьбу с антигеном. Ну и тоже такой важный момент, у плода, у неродившегося еще ребенка, селезенка служит органом кроветворения, то есть здесь формируются клетки крови. Дальше. Печень. Печень – это прежде всего фильтр от всех бактерий, от всех патогенов, да, то есть печень также еще синтезирует белки систем, иммунной системы, такие как белки комплемента. И также происходит лимфопоезд в эмбриональном периоде. Лимфатические скопления. Лимфатические скопления – это прежде всего скопления в желудочно-кишечном тракте. Их еще называют пиевые бляшки. Почему они очень важны? Потому что через желудочно-кишечный тракт также мы помним, да, один из барьеров к патогенам. Здесь встречаются патогенные микроорганизмы с защитной реакцией организма, которая выступает в роли пиевых бляшек, ну или лимфатические скопления их еще называют. Здесь фильтруются частицы, патогенные частицы, попавшие в организм через кишечник. Дальше есть такие скопления, на следующем слайде лучше будет показано скопления, называемые миндалины, которые скапливаются около носовой глотки и ротовой полости. Это первое, что проверяют врачи, когда приходят к заболевшему человеку, они смотрят, есть ли воспаление лимфатической ткани вокруг лимфоидной ткани, вокруг ротовой полости и носоглотки, то есть ли воспаление лимфоидной ткани. Чужеродные частицы здесь улавливаются, и часть из них погибает именно здесь, в скоплении лимфоидной ткани. Также хочу сказать еще дополнительно про лимфатические узлы, которые трудятся на периферии всего живого организма. Их у нас более 400. Фильтруют они всю протекающую лимфу, любые частицы здесь сталкиваются с лимфоцитами. То есть мы рассмотрели основные органы лимфатической системы, которые участвуют в образовании лимфатических клеток, клеток иммунной системы, таких как Б, Т-лимфоцитов, фагоцитов. Теперь давайте посмотрим на то, какой бывает все-таки иммунитет. Очень важно для нас знать о врожденном иммунитете, который относится к естественному иммунитету. Он реагирует быстро, но не способен в одиночку справиться с некоторыми патогенами. Есть в этом случае, когда клетки врожденного иммунитета, такие как фагоциты, не справляются, подключается приобретенный иммунитет, его еще называют адаптивным. Он возникает после перенесения заболевания какого-либо. Он реагирует медленно, но способен справиться практически со всеми патогенами. Различают также еще искусственный иммунитет. Это активный иммунитет, который возникает на введение вакцины, и пассивный – на введение сыворотки, то есть специальные препараты для борьбы с заразными заболеваниями, и которые в последующем позволяют иммунитету намного быстрее откликнуться на внедрение того или иного патогена. Давайте рассмотрим основные признаки нарушения иммунитета. Если они у нас обнаруживаются, то стоит все-таки подумать о том, что иммунитет, скорее всего, ослаб, и стоит работать над его повышением. То есть если вы часто простужаетесь более чем 4 или 6 раз в год,
Это один из первых признаков нарушения иммунитета. То есть иммунный статус, количество иммунных клеток у вас снижено, да, а мы помним, что патогены, когда внедряются, они активируют наш иммунитет, иммунитет активно, иммунные клетки активно борются, и часть из них погибает и не всегда успевает восстановиться до повторного внедрения какого-либо патогена. Поэтому возникают такие признаки нарушения иммунного статуса, как частые простудные заболевания. А затем, если вы часто утомляетесь, у вас часто бывает слабость, вялость, нежелание что-либо делать, и вы не находите этому каких-то других объяснений, не выспались или еще что-то, то это тоже может быть признаком нарушения иммунитета. Аллергические заболевания – это тоже иммунная реакция на патоген, но уже такая сформировавшаяся реакция. Если у вас есть какие-либо аллергические реакции, то, скорее всего, у вас есть нарушение иммунитета. Дисбактериоз – то есть изменение состава микрофлоры кишечника, когда патогенные микроорганизмы, да, вспоминаем, патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания, их становится в желудочно-кишечном тракте больше, чем полезных микроорганизмов, которые тоже живут в желудочно-кишечном тракте. И дисбактериоз сопровождается дискомфортом желудочно-кишечного тракта со стороны желудка. Если у вас есть дисбактериоз, то это тоже может быть признаком нарушения иммунитета. Частые рецидивы хронических заболеваний, увеличение лимфатических узлов, но это уже может определить в большей степени врач, и длительное повышение температуры. То есть, если у вас есть какие-то из этих признаков, то стоит обратить внимание на иммунный статус вашего организма и начать над ним работать. Давайте самое интересное, да, рассмотрим. То есть, мы рассмотрели, как борются, где рождаются иммунные клетки, как борется наш организм за наше здоровье и как мы можем ему помочь. А помогать ему надо, потому что мы помним, что иммунные клетки гибнут, и им нужно и время, и наши внутренние возможности для того, чтобы быстрее восстановиться, быстрее укрепиться. Прежде всего, конечно, 70% иммунных клеток, мы знаем, находятся в желудочно-кишечном тракте, то есть на протяжении желудочно-кишечного тракта, начиная от верхних отделов, заканчивая самыми низкими отделами, располагаются органы иммунной системы в виде лимфоидных скоплений, лимфатических узлов, лимфатических клеток иммунной системы. Поэтому 70% иммунитета зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Соответственно, правильное питание, полноценное питание будет способствовать его повышению и улучшению. И, конечно же, необходимо свести к минимуму, а лучше вообще исключить продукты фастфуда, сладкие газированные напитки, чипсы, ну и все остальное, о чем мы говорили с вами раньше на первых занятиях. Способствует укреплению иммунитета это полезные овощи и фрукты. Лучше, конечно, сезонные местного происхождения, а еще лучше насыщать такими витаминами и микроэлементами из овощей и фруктов, зеленых трав. Это в летний и весенний период, в период их созревания, то есть тогда, когда все-таки в их плодах наибольшее количество полезных микроэлементов и витаминов, которые пригодятся нам в течение всего года. Дальше. Очень важный фактор, может быть, я и повторюсь, это, конечно же, полноценный и достаточный сон. Почему? Давайте разберем почему. Потому что сказать просто, давайте будем вовремя ложиться спать, нам недостаточно. Нам нужно знать, для чего это делать. То есть в то время, когда мы спим, вырабатывается гормон мелатонин, и максимальная его выработка происходит в 12 часов, но уже в спящем организме. В 12 часов ночи до 5 утра идет максимальная выработка такого гормона, как мелатонин. За что же отвечает мелатонин? Гормон мелатонин, прежде всего, он нормализует наши иммунологические показатели.
То есть он помогает и повышает активность Т-лимфоцитов, это клетки иммунной системы, фагоцитов, которые отвечают за врожденный иммунитет и которые первые вступают в борьбу с антигенами и патогенами, улучшает работу щитовидной железы, тимуса и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. То есть это все, что влияет на наш иммунитет. Следующий пункт очень важный, несмотря на то, что мы были долгое время на дистанционном обучении, нас ограничивали в нахождении на улице, все-таки прогулки на свежем воздухе – это очень важный пункт в укреплении иммунитета. Проветривание помещений регулярное, несколько раз в день. То есть мы помним с предыдущего занятия, что в закрытых помещениях скопление микроорганизмов, в том числе патогенов, гораздо больше, чем в открытых воздушных пространствах. Поэтому проветривать помещение регулярно и несколько раз в день. Также очень важно для укрепления иммунитета принимать в пищу пребиотики и пробиотики. Что же такое есть пребиотики и пробиотики? Да? Пребиотики – это прежде всего клетчатка, да, вспоминаем, что растительная пища содержит большое количество клетчатки. То есть пребиотики – это такие продукты, которые содержат большое количество клетчатки. И при употреблении нами таких продуктов с большим содержанием клетчатки, овощи, фрукты, каши различные, полезные бактерии питаются такими продуктами тоже, и это способствует их размножению и увеличению популяции. То есть полезных бактерий много в организме, значит, вредных бактерий мало в организме. То есть вот такая зависимость друг от друга. Также пребиотики, ну вот я уже сказала, задерживают рост патогенных вредоносных микроорганизмов. А пробиотики – это продукты, которые содержат в своем составе полезные микроорганизмы. Да, мы тоже вспоминаем из предыдущих занятий, это все кисломолочные продукты, которые содержат лактобактерии, бифидобактерии, это пробиотики. И вот употребление как пребиотиков, так и пробиотиков способствует повышению иммунитета. Также необходимо в зимний-весенний период, когда количество витаминов и микроэлементов в организме идет на снижение, применять в виде препаратов для повышения иммунитета, опять-таки, если у вас есть проблемы с иммунитетом, да. И всем рекомендую пить травы, пить полезные травяные чаи, то есть есть много составов, сборов с полезными свойствами, именно противовирусные, противопростудные. Это намного полезнее, чем обычные чаи, и они вам тоже помогут в укреплении и поддержании иммунитета. На сегодняшнем занятии мы рассмотрели достаточно большой объем. Я вам предлагаю его еще раз просмотреть самостоятельно в виде слайдов. Очень важно понимать механизм ответной реакции и ответной реакции организма на патоген, чтобы осознанно подходить к нашему здоровью. И небольшое вам задание на дом, то есть давайте разберем, что из пребиотиков и пробиотиков вы употребляете для поддержания вашего организма. Я предлагаю вам в своих рабочих тетрадях разбить на две колоночки, подписать пребиотики и пробиотики и выписать туда продукты, которые вы употребляете дома в домашних условиях. То есть, может быть, йогурты, кефиры, куда отнесем к пребиотикам или пробиотикам. Если это овощи, фрукты, то куда отнесем. Записать можно, сфотографировать и также отправить в нашу группу «Микромир». И либо принести тетрадь с записями на следующее занятие. На сегодня у нас все. Очень приятно было
с вами пообщаться и рассказать вам о такой интересной теме, как иммунитет. До свидания, до следующих встреч!